это одноклассник моего старшего брата, Саша Казанин. Он был летчиком-инструктором в Саратовском ВАУ. Саша, привет. Вот, от него сегодня вот есть люди, которые передали от него большой привет. Дай Бог ему здоровья. Здоровье он похоронил над чернобыльским реактором. Вот, это опять же о той работе, которую летчики выполняют. Следующая песня, она... Я ее постоянно пою, конечно, ее все знают. Наверное, сегодня она все-таки немножко прозвучит в каком-то виде грустно. Вчера, ну я бы сказал, все-таки страна простилась. Хотя, конечно, там это были люди. Но все-таки в стране многие знали эту фамилию, это имя. Генрих Васильевич Новожилов. Главный герой социалистического труда. Там, ну, так получилось. Это история, которую не хочу рассказывать, не буду, потому что Генрих Васильевич ушел 28 апреля, похоронили его вчера на военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Очень здорово, что у нас получилось все-таки у группы, скажем так, товарищей убедить, что нужно завернуть этих три ИЛА-76, которые вчера на генеральной репетиции проходили. Было понимание, что именно в тот момент, когда его будут хоронить, генеральная репетиция будет проходить. И ну вот действительно это понимание случилось. Продлили запрет на полеты аэропорту Шереметьево. И это правильно. Потому что это человек, который создал великие самолеты. Он, будучи заместителем генерального конструктора, когда им был Ильюшин, создавал Ил-18, как Генрих Васильевич мне, допустим, говорил, что это его любимый самолет, Ил-62, а дальше уже, будучи действительно генеральным конструктором, создавал Ил-76, Ил-86 и самолет, на котором сегодня летает президент. И действительно знаково это, мне сегодня фотографии прислали вот, с этого прощания, когда тройка Ил-76 идет вот над кладбищем, над мемориалом. Этот человек достоин не только этой памяти, но хотя бы так. Что насупился Илюша, нечего ли до зари, набивает снова брюхо, груз швырдует технари, носят ящики солдаты из заката акварель, только нам не до заката, рампа тыльфер. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажи не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. Но вслют уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий кваротет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут, полный борт гуманитарки, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиком бортом. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали, снова в небо с головой. Где-то в ночь с надежды ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий хворотят, поют. Летит Илюша работяга, бродяга наш, транспортяга, горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты доели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед.
Если что, всегда в порядке у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что побахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий хоротят, поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы поглисать, из зимы встречают борт, заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют поклуши, все предели как один. От души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весь тепловой принесет. Наш Илюша улыбнется нижним блистером, блеснет. Нам наградой не медали, а скорее путь домой. Руды снова максимальный, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий хворотят, поют. Наш транспортяга горбом по небу столько лет. Спасибо. Опять же, вот, ну, теперь уже вот когда ну, вот, идут какие-то события, вот опять же возвращаясь к уходу Генриха Васильевича Новожилова, для меня очень дорого. В свое время, когда первый раз при нем спел эту песню, он подошел ко мне и сказал: «А можно с вами сфотографироваться?» Я был в таком шоке. И вот, ну, мы вспоминаем, наверное, в жизни какие-то вот вещи, которые, вот, как сказать, мы жалеем о них. О том, что для меня вот то, о чем я жалею в жизни вообще, это то, когда я с кем-то не дообщался. Это Игорь Ткаченко, это Игорь Бутенко, к примеру. И вот тот же Генрих Васильевич Новожилов, он меня приглашал, говорит: приходите ко мне в кабинет, это легендарный кабинет, в нем работал Ильюшин. А я вот, ну вот как-то, ну, не нашел времени. Сейчас понимаю, что вот оно и ушло. Ну, в свете, опять же, этой песни, ладно, немножко к позитиву. Опять же, просили передать привет, опять же, Балашов, выпуск 91-го года. Балашов, мой близкий друг Дмитрий Кальченко, Дима, ну, ты вот все никак не можешь дойти до этого концерта. Илья Кобылянский, те, кто летали на этих самолетах, здесь в зале, вот, опять же, там Дмитрий Леонидович сидит, мой близкий друг генерал, который не летает, а он командовал полком самым прославленным в дальней авиации на Ил-78-х в свое время, дозаправщики. Полк с такой историей Великой Отечественной войны. Дмитрий Леонидович, все равно еще раз спасибо, что пришел. День сегодня не задался, я чуть было не проспался. Вроде не гудели мы вчера. Зацепил, разбил будильник от любимый подзательник. Ну ты, Маша, доброе с утра. С дуру видно, с позаранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось, он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь папашу. Точно летчик, без царя в башке.
Точно летчик. Без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полета. Командир навстречу не к добру. Ай, что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, петунка, отпусти. Ты меня, петунка, отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно. И никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в ЖСе лётном прописался. Уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, кран шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук, не слышу под собой. Лампы красным семафором, а мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-па. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково, держись. Танцевать я вне берина, с перегрузки в плюсами минус. Знакопеременно, все как жизнь. И совсем небережливо самолет я в хвост и в гриву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться, Маша. Мне такого не простит. Маша, мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Вот я ведь слышал, милый. Помогай мне, что есть силы. Хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет тех не Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь, фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе остав. Ты как трактор пронесешься, в ограждение ткнешься, борозду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Чекай, командир был с ними, растолкает всех, обнимет. Что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам-па-пам. Начинался день как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пики, и меня обнимет Маша, принесет борща и кашу, нам твоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись. Самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все же удался. Мы вернулись и самолет. Вчера вот, ну, на высотке стоим в Кубинке, подходит ко мне. А, Николай Игоревич, Леша, как берды. Он один из прототипов написания этой песни, который ночью Су-25 с невыпущенными шасси садил в Липецке. 10 лет назад, в 2009 году. Сейчас уже вот, ну, вот, когда был старшим лейтенантом, орден мужества был удостоен такой высокой награды за, ну, подвиг, да.
артисты мои уходят. Я знаю, что им... Спасибо, спасибо, дорогие мои, что пришли. Давайте поаплодируем моим друзьям. Они очень-очень боевые люди. Кто сказал, что танки не летают? Немножко, ну не то, что я не отвлекусь, я хотел бы, пока вот идет вот это все мероприятие, сказать большое спасибо командующему звуком Александр Пахомов. Он все время со мной работает, и мне очень комфортно здесь. Саша, спасибо большое. А, вдруг еще вот что-то подумал. Если кто-то вот после концерта немножко задержится в каком-то виде и увидит, что я уезжаю на скорой помощи, не переживайте, со мной все в порядке. Это просто мой друг Александр Шабанов приехал на таком автомобиле. Значит, он руководитель и директор медицинского центра 1 мед. Это вот у него такая еще одна из служебных машин. Он говорит, для перевозки лежачих. Он говорит, если хочешь, мы тебе капельницу поставим. Я говорю, если эта капельница будет с борщом, я согласен. А так я буду сидеть. Но дальники, я знаю, здесь есть. Я уже... Дмитрий Леонидович, простите еще раз. Все-таки вот мой друг, генерал Дмитрий Леонидович Костюнин, он был начальником штаба дальней авиации Воздушно-космических сил России. Ну, это серьезно. Это... Кстати, начальники штаба редко летают. Он летал. Сегодня летает уже в другом... в других, скажем так... Ну, это авиация Росгвардии, первый заместитель командующего авиации Росгвардии. Это очень, ну, тоже серьезная структура, некоторые не совсем в курсе. Там почти полтора десятка полков, это очень серьезные, скажем так, задачи выполняются этими соединениями и воинскими частями. Да, но я опять же отвлекся все-таки об этом очень большом самолете, замечательном самолете, который и сегодня продолжает нести свою службу в небе всего мира. Завтра они опять же вот будут проходить над Красной площадью. Это очень такое, ну, это самый громкий самолет. Говорят, Ту-142, ну, это аналог Ту-95. Американцы говорят, мы их там под водой слышим, когда они вот там летают. На полет, на полосе корабль замрет, а исполнителям молитва, все по карте. Винды все восемь на упор, разбег, отрыв, вираж, набор, а все проблемы остаемся на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно лидерный наш борт, сопровождая нас эскорт, вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в попыхах, летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Рыбаки пролетит кофе обошёт, болтанка нас не бережёт, погода дрянь. И на радаре сплошь засветки. А в фюзеляже револьвер, он производство СССР. Сказали танкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей армада должен про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом, а и чуть не в блистерном крылом. Такие борзы, как правило, и штатов. Но не изменит курс аборт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой к любимым леди. И где там в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах пришли в Атлантику российские медведи. Пришли в Атлантику медведи. Жар в океане нет дороги, он для нас как сеноступок. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх, авианосец на волнах, а не найдем, то все задания без толку. И крик, я вижу командир, вдруг разорвет не мой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен.
Там чертыхнется, отбирала, разнос устроит и обрал. Она как счастлива, маленькие дети. Качнет нам крылья весь корт, пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них штаба дадут отбой, лишь будут спорить между собой. Когда опять придут в Атлантику, медведи придут. Ой, придут в Атлантику, медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем. И семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режимом, мы каждый тонной дорожим. От рубленно нам повысит общий донос. Наш самолет ходит устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отсылетали там до нас, но если дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног. Но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон, не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. И тут в развалочку медведи. Домой любви. Медведи, медведи, медведи. Медведи. Спасибо. Вот я всегда говорю, в 8 вечера концерт начинать, это поздно. Время идет, да. Ну ладно, поехали дальше по бомбардировщику. Воздух там расплавлен. Обратимся в печень места. Под завеску я заправлен. И летит сирена, воет, опустили капониры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Ничего, видимо, до ночи, день тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коли как большие лица не нашли для мира повода, не смогли договориться, значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти бои, что во мне. Время чья на всех часах. Только стрелкам не решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах. Где вам небеса? Но троим адреналина добавляет неизвестность. Не жалея керосина, я обрезываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до каприза. Включен главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Напоследок днем и громом обрезается поверхность. Контингент и там не промах, повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно
втроем через небо на пролом, как нарваны паруса. Мы того верха снова вниз, на кону всего лишь жизнь, наши судьбы на лесах, где там небеса. По мне глупили точно. И орёт им тетя Рита, что на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки, но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу его эскадрилью, даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Что бы ни было, держись, и никогда не смерть, а жизнь перенесет на леса. Только где там небеса? Где-то в небесах. Где там небеса? Говорят люди, что спортом надо мне заняться. Я бы и не против, только лень не напрягаться. Мне такой вид спорта, чтоб сидеть в удобном кресле, шахматы советуют. Но мне неинтересно, с девушкой повстречался в поисках ответа. Спортсменка Света рассказала мне про спорт высоких достижений. Мол, сидишь и все дела, и минимум движений. Усадила мило, словно в кресло кинозала. А потом зачем-то очень крепко привязала. Радостно шмелем жужжит мотор аэроплана. На взлет Светлана. Мы на точке, как комета, как звезда, как ты балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь-то, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Нежно душит перегрузки, много единичек. Меж приборов вижу я приключена табличка. Надпись «No smoking», вероятно, это шутка. Тянется, как целый час, обычная минутка. Я бы закурил, но как достать здесь сигарету? Смеется Света. Почки, пятки, штопора, какие-то фигуры. Это идиот сказал про то, что бабы дуры. Сам дурак из неба добровольно оказался. Понял один день, когда со Светой я связался. Шарю взором по кабине в поисках стоп-крана. Вернись, Светлана! Точка, как комета, как звезда, как ты балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь, ну, Света? Так что ж ты делаешь, ну, Света? Я как будто рыба, та, которую за жабой. Жизнь моя, мне кажется, уже абракадаброй. Света... Света говорит, что есть такая же фигура. Я в ответ ей вежливо, но только без цензуры. Ласковая, но ты как? Звучит, как из тумана. Я жив, Светлана. На
конец аэроплан, земле бросает света. Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета. Неужели я живым на землю возвратился? Может, не совсем здоровым, но ведь не убился. В небе мило прокатило, да еще добавок без билета. Спасибо, Света. Мы на точке, как комета, как звезда, как ты палета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко. Рядом где-то, что же делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь, но Света? Летаю, как комета, посылаю мы привет населению планеты. В облаках вдруг понял где-то. Моя песенка не света, мне без неба жизни нету. Что ж наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ах, Света. Программу, но я все равно не сильно так ее режу. Просто, наверное, буду меньше перед песнями чего-то говорить. Прилетит друг волшебный горлок, вертолетит и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить, наверное, оставит мне подарок пиццу из кино. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотела летать, как Карлсон, и виражить между крыш. До небес казалась малость, и легко во сне леталась. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка ложь и мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, из детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Вертолет. По горам, полям и весям облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе. Разлучить не смогут нас, в небе жизнь совсем другая. Пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю, сжав ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут. И в десанте, и в пехоте мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут. Ждут. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Нехорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем о чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку, вертолетик поломать не отдам. И тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь.
каждой лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно подогнем свидание с кружем. Он герой, я им горжусь. Вертолетик. Поменялись только мест. Вдруг с детства тот волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложно по работе, и заботясь о пилоте, в детство он меня возьмет, даст пломбир, кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Ну, запускаем, да, конечно? Запускаем. Вертолет. Это 40-летие 344-го центра боевого применения переучивания летного состава армейской авиации. И вот 21 июня там будет большое авиашоу. На всякий случай, если кому-то будет это интересно, туда можно приехать. Будут летать «Беркуты», я их буду комментировать. Будут летать русские «Витязи» и «Стрижи», это уже железно. Вот это будет очень здорово. Вот, и я к чему просто... Ты же не забудь, что ты эту песню поешь, ну, чуть ли не самой главной. Ну да. Центр боевого применения вертолетик. Мы так, в общем-то, действительно приближаемся к четвертому развороту. Из-за заведения командование все время говорит, поскольку не назначай концерт Анисимова, все равно он закончит где-то в 12 часу. Вот. Собственно говоря, ну, сегодня мы его позже назначили. Ну, вот на день рождения мы решили все-таки его на 19.00. Хотя, думаю, все равно будем где-то вот туда на 12 час заскакивать. Хочешь? Хочешь научу тебе летать? Хочешь? Расскажу тебе, как птицы искать. И ночью, оттолкнув поверхность, улететь, коснувшись звезд от счастья петь, главное хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить, не взлетаешь. Облака листаешь, как тетрадь, небо можно обнимать, главное летать в звездной вышине, прямо, а не во сне. Обмануть законы физики суметь, формулы поправь, сети разорвать, исключением из правил улететь шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами опьянеть, чтоб хотеть мечтать, чтоб
любить, летать и успеть спеть. Веришь? Если верить, сбудется мечта. Веришь? Лучшая команда от винта. Сумеешь? Два на два умножишь, выйдет пять. Веришь? Ввысь не сложно улетать, главное мечтать. Блин, разлетится снизу суета. Блин, обернется главная мечта и крылья. Не дадут любовь твою убить, знаешь, это небо можно бить. Главное любить. Звездной вышине впрямь они во сне. Обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвал. Исключением из правила улететь. Сами обвинить, чтоб хотеть мечтать, чтоб любить, летать и успеть спеть. Хочешь? Хочешь научу тебя летать? На его обязательно летать, потому что как, если человек летает, значит у него все в порядке с мозгами. Он меняемый. Я вспомнил, что пока я все-таки умудрился во время антракта забежать туда в гримерку, посмотрел в телефон, а там была смс от моего очень близкого друга Сергея Филатова. Привет всем выпускникам Харьковского высшего военно-авиационного училища. Ну, потому что это с Украины, это дорогого стоит. Я просто вот, я все время читаю это стихотворение. Ну, не все время, может быть, но стараюсь его всегда прочитать, потому что это важно, особенно в преддверии Дня Победы, потому что это наш общий праздник. Я говорил, что немножко я потом еще отвлекусь на одну тему. Я в Останкино сегодня приезжаю, мне говорят, а что, говорит, у вас в Беларуси запретили шествие «Бессмертный полк»? Говорю, да нет, не запретили. А просто, ну, бессмертный полк, да, он проходит в России, он проходит во всем мире. В Беларуси это же самое, абсолютно это же самое мероприятие проходит под наименованием «Беларусь помнит». Ну, понятно, что в Нью-Йорке, когда идет бессмертный полк, если в Нью-Йорке сказать «Беларусь помнит», ну, это будет не совсем правильно. А в Беларуси это просто, ну, вопрос подачи теми, кто хотят нас разделить. Вы же понимаете, если кто-то об этом слышал в новостях, и еще наверняка услышит, обязательно, ну, знаете, что все там нормально. Все выглядит совершенно вот таким же образом. Это происходит рядом с моим домом. Я живу, в общем, в центре Минска, недалеко от площади Победы. Вот мы так все идем с этими портретами своих дедушек, бабушек, предков. Ну да, кто-то несет ленточки красно-зеленые под цвет белорусского флага. Я, допустим, георгиевскую ленту. Их там много, ее никто не запрещал. Беларусь помнит. И не белорусов, а всех. Мы выпьем и еще нальем, чтоб через край лилось в стакане. Всю водку русскую мы пьем, хоть и не все мы россияне. Литровый коуш во всей красе мы перехилим вельми лоука, и белорусы мы не усе, хотя усе мы пьем в лоуку. Мы помни келых и нальем, чтоб аж лилось и через винтя, горилку с перцем все мы пьем, хоть и не все мы украинцы. Мы неразлучны, я и ты, тверезы мы, чи зовсім п'яны, бо мы сябры, бо мы браты. І потому што мы славяне. Гостей Геннадия Мамедова, моего приятеля, он заканчивал Черниговское высшее военно-авиационное училище летчиков, чуть постарше, и он живет в Чернигове. Вот.
Я все время шутку говорю, человек со славянской фамилией Монета. Вот, надеюсь, он не обижается. Завтра вот над Красной площадью, я уже говорил, что мы, конечно же, пожелаем и будем болеть за то, чтобы завтра все было классно. На земле оно всегда классно. Там солдат споткнулся или девушка в военной форме потеряла каблук, который там попал между кирпичами. Дай бог с ним. То, что происходит в небе, это гораздо сложнее. Мы за это волнуемся. Я вот вчера на предполетной сидел, и это же не дежурно выглядит, когда командир говорит, что там, при определенных обстоятельствах там катапультирование над рекой, над безлюдной местностью, по возможности выключить двигатель. Я еще, наверное, зря это сказал. Но, тем не менее, это вот летчики понимают, о чем речь. 74 борта завтра пойдет над Красной площадью. Дай бог, чтобы все было штатно. Пройдет пилотажная группа «Русские Витязи», пройдет пилотажная группа «Стрижи». В составе вертолетчиков это пилотажная группа «Беркуты». От Липецка, ну, там этот общий строй, тактическое звено, там, ну, можно сказать, все равно там в его составе пилотажная группа «Соколы России». Я немножко для того, чтобы улыбнуться. Там еще одна пилотажная группа будет. Она будет завершать парад. У меня есть очень близкий друг Сергей Соков, полковник. Кстати, кто думает, что он подполковник, вот я сообщу радостную вещь, ему присвоено звание полковника. Для меня это просто большая радость, для него, думаю, тоже. Так же, как радость, что прошлом командиру Кубинского авиацентра Александру Юрьевичу Петрову 3 мая указом президента Российской Федерации присвоено звание «Заслуженный военный летчик». Он сейчас командует авиабазой в Армении, я думаю. Это такие, ну, я считаю, это важность. Летчики тоже понимают, что это не день рождения. Это здорово, потому что мы служим-то не только, конечно, за звание и так далее, но тем не менее это важно. Когда человек выкладывается на службе, он летает и так далее. Вот. И звание воинское, и звание почетное, это здорово. Да, и к чему о Сокове, своем друге. Он очень человек с таким серьезным юмором. Так вот, я про пилотажную группу. Завтра еще будет летать пилотажная группа «Краски». Это в свое время он ее так назвал. А потом еще и переименовал. Второе название мне, кстати, нравится больше. Пилотажная группа «Котики». Дело в чем? Это та группа самолетов, которая завершает парад, которая рисует российский флаг, триколор в небе. Ведет ее заслуженный военный летчик России, полковник Александр Александрович Котов. Следующая песня. С Днем Победы! Как обычно, вылет срочный, знать приезжали наших точно. Мы летаем денно-ночно, на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате слонов клетки. Задыхается разведка в этих чертовых корах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удача. Мы торопимся иначе, там полежит целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник в старенькой спецовке. Хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди горы, скал, виражи, мои браток, не отставай. Выхожу из-за пригорка, осмотрелся я на горке. Ничего себе разборки, но ведомый не зевай. Внизу держись, пехота, начинается работа. Справа 30 пулеметы, и земля в эфир орет. До ворот бросаю фобы, и на выводе не слабо. Словно я попал в ухо, вызывал на самолет. Сера, как паутина, маневрируя активно, живописная картина, как собрасова грачи, прилетели, выручаем, с огоньком нас здесь встречают, но земляне отмечают, но разведка не молчи, я кручусь и кувыркаюсь, в сотый раз я зарекаюсь, по прилету увольняюсь, чтоб я 200-й груз нахрена пошел, я вхочу в вот Ульяновск, все иначе, был бы дом, машина, дача, и подел бы арбуз. Изувечен, я за этим отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают. Я живой, хоть попадают, по глазам не раскидают. Нет спасения от шары. Горит
Ничего не просто, жарко отправляю вниз подарки. Удержать попробую марку под свинцовым кипятком. ВПУ, катушка, танка, грохот, выстрелов, болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которой молоко. Еще сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке из расходован байка, имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки. И подрём под упака. Мне под кожу как морозом грачу, устало клюнул носом. Значит, бейся под вопросом, самолет мой просто в хлам. Даже волосина дышит, словно тебя кто-то свыше. И наушники я слышу, это мы. Спасибо вам! На обратном довернули, позади снаряды пули. Уравнение вернули, держит в воздухе грача. Борт летит на честном слове, а из носа капли крови. Знать в санчасти, на здоровье, там ночует врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашюты хлопнут звонко. За рулю иду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то боль, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, буду жалеть. Победа, все остальные только участвовали, а мы ее сделали. Спасибо, дорогие, приходите обязательно, завтра обязательно, конечно же, мы поднимем бокалы за наших близких, которые оттуда не вернулись, за тех, кто вернулись, но не дожили. Это святой, святой и самый главный праздник нашей страны. С Днем Победы! Ну, я понимаю, что без этой песни отсюда не уйти. День Победы опять же. Конечно, мы ее споем. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею. Захотелось вдруг сказать: встань над рекою, зорьки летние встречать. Раз кудрявый, да клённо-зелёный лист резаной, я влюблю. Отвечала парню Влад, партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной, ждет тебя дорога, партизанский лес густой. Здесь угольно, да мы расстанемся с тобой, клён зелёный.
смугленка, молдаванка, по тропинке в лес ушла. Дом обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый, да клён зелёный лист резной. Здравствуй, парень, домой хороший мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Будет у меня один концерт, и, конечно же, я эту песню спою. Вчера спою в Молдавии. Ну, это Приднестровская Молдавская Республика. Вот. Конечно, там уже заранее точно, ты понимаешь? Он говорит, да, я понимаю. С Днем Победы! Спасибо! Спасибо, дорогие! Приходите обязательно! Буду всех ждать 26 июля на своем концерте, 17 августа, в день ко Дню Воздушного Флота, Вадим Захаров. Конечно... Конечно, мы там споем. Споем обязательно. Ну что с этим делать? Я просто сегодня в Останкино смеялся мой продюсер. Мне звонок раздается, я отвечаю, он начинает ржать, другого слова не знаю. Что я ответил? Просто у меня есть один близкий друг, я его называю доктором своим автомобильным, он директор СТО, где я обслуживаюсь. Он говорит, ты знаешь, говорит, тебе надо говорить не алло, а я лё. Я лётчик. Спасибо, я понял. Кто-то порой. Я лётчик. И звук от турбин на земле лучший звук. А мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту не бы я душу продал, мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, почку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько жир. Я летчик. Комбез весь в поту можно просто отжать, и кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку.
я летчик. Пускай перегрузка придавит стервы, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Квартиры своей у меня просто нет, общага мой дом, общий душ, что ли. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть, и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. Спасибо! Спасибо! С Днем Победы! С Днем Победы! Мирного неба всем нам, нашим детям, внукам, правнукам! Если ты будешь дальше, дай Бог на себе мирного неба. Спасибо! Спасибо! Будем жить!